Всем привет! Меня зовут Анастасия Попова. Вы на канале Кати Журавлевой. У нас с вами сегодня пилатес. И начинаем мы с вами с разминки. Стопы ставим. Делаем глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще вдох. Выдох. Делаем вдох. Выдох. Намасте. Сложили руки вместе. Опустили вниз. Позвонок за позвонком. Взялись за локти. Расслабили колени, поясницу, шею, руки, плечи. Покачались из стороны в сторону. Спокойно. Как маятник. Тик-так. Хорошо. Еще 4. 3. 2. 1. Останавливаемся в центре, руки расцепляем и позвонок за позвонком вырастаем наверх. Хорошо. Делаем вдох. Выдох. Еще вдох. И выдох. Плечи раскрыли. Голова. Посмотрели за плечо. Поменяли. Поменяли. Еще. Хорошо. Наклоны головы в сторону. Еще по одному. Голова вверх и вниз. Еще один. Опустили голову вниз, круг головой в одну сторону. Круг головой в другую сторону. Хорошо. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Руки перед собой, сбросили вниз. Перед собой и сбросили вниз. Еще вдох и выдох. Вдох, выдох. Оставили руки перед собой. Тянемся ко мне руками, плечи оставляем на месте. И тянемся наоборот, лопатки продвигаем назад. Еще вперед и назад. Вперед и назад. Оставили руки впереди. Тянемся по одной руке. Правой рукой поставили на место. Левой рукой на место. Задвинули обратно. Таз не разворачиваем. Таз не разворачиваем. Плечи не разворачиваем. Просто тянемся. Лопатку продвигаем вперед и назад. Вперед и назад. Сбросили. Вдох. И выдох. Хорошо. Руки вверх и вниз. Вверх, вниз. Стараемся не разгибаться в грудной клетке, позвоночнику не включаем в работу. Таз на себя. И вот только руки. Вверх и вниз. Еще вверх, вниз. Давай руки вверх, в стороны, вниз. Через центр вверх, в стороны, вниз. Еще вверх, в стороны, вниз. Давай еще один. Хорошо. А теперь наоборот. Руки в стороны, вверх и через центр вниз. В стороны, вверх, через центр вниз. Следи за тазом. Хорошо. Еще. Так, у нас с вами пилатес, не растяжка. Так, записываю третью тренировку подряд. Могу путать. Давай еще один. В стороны. Вверх и вперед. Хорошо. Вдох. Сбросили. Выдох. Правой, левой рукой тянемся в сторону. И возвращаемся обратно. Старайся таз не уводить в сторону, не отталкивать, а оставлять его на месте. Так. Еще. Хорошо. Вниз. И поделаем с вами круги. Тянемся ладонью вниз, ниже, 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 ниже. Выходим с другой стороны, с противоположной рукой. Ага, хорошо. Давай еще. Левая. Вниз и выходим через правую сторону. Вправо вниз и выходим через левую сторону. Так, еще. Вниз и вверх. Хорошо. Вниз. И вверх. Отлично. Давай еще 3. И еще 2. Вниз и через сторону противоположную. Последний раз. Хорошо. Делай глубокий вдох. И глубокий выдох. Еще один вдох. И выдох. Руки положили на талию. Нашли талию, положили. Правая нога
пятка и наклон к прямой ноге с прямой спиной. Все правильно говорю? Угу. Левая. Меняем стороны. Еще правая. Левая. Давай еще. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Намасте. Опускаемся вниз. Берем за локти. Расслабились, покачались, подышали. Вдох и выдох. Расцепляем в центре руки и расставим вверх позвонок за позвонком. Колени расслаблены. Вдох. Выдох. Еще один вдох. И выдох. Руки перед собой и правую стопу на носок. Опустили, сбросили. Меняем сторону. Левая нога у нас с вами на носок. Угу. Еще правая. Снова мы не переразгибаемся в пояснице. Угу. А таз у нас снова на себя. Вперед, к себе, сюда. Угу. Еще. Угу. Так. Хорошо. Давай, вместе с коленом подъем. Упс. Отлично. Давай еще. Ту-дун. Хорошо, молодцы. Подъем. Опустили. Еще. Подъем. Опустили. Подъем, руки вверх. И колено отводим в сторону. Руки вперед, колено в центр. Сброс. Хорошо. Давай левая нога. В сторону. Стоим. Опустили. Еще. Круг в стороны. Вперед. Сброс. В стороны. Угу. Вперед и сброс. Еще. Раскрылись. Вернулись. Раскрылись. Вернулись. Давай, 4. Угу. Хорошо. 3. 2 раза. Угу. И последний раз. Так. Отлично. Чуть-чуть поменяем. Раскрываемся также через сторону и дотягиваем стопу до... Ставим ее в диагональ, в крест. И пяткой тянемся в пол. Угу. Руки вверх. Раскрылись. Сброс. Через стороны. Вернули обратно. Угу. Еще. Руки вверх. Колено в сторону. Поставили пятку на пол. Раскрылись. Сброс. Через стороны. Возвращаемся обратно. Угу. Еще. Давай 4 раза сделаем. Раскрылись. Пятку тянешь в пол. И вернули. Угу. Так, хорошо. Давай. Вот какие мы красивые. Возвращайся. Угу. Давай еще 2. Так. Угу. И последний раз. Вот такие мы красивые. Угу. Хорошо. Делай вдох. Выдох. Еще один вдох. Выдох. Руки снова на талию. Стопы широко, параллельно друг другу. Согнули правое колено. Левое. Правое. Левое. Таз уводим назад. Стараемся, чтобы у нас колено, носок были на одной линии. Не вот сюда мы выходим. Так даже неудобно. Таз, наоборот, назад, не вперед. Угу. Спина прямая. Легкий наклон вперед. С прямой спиной. Давай еще 2. Еще 1. Так. Пятки разворачиваем внутрь. Угу. Стопы в диагональ. Носки смотрят у нас. Опускаемся вниз. И вырастаем наверх. Еще. Вниз. Вдох. Толкай наверх. Выдох. Вдох. Угу. Если отключится звук, сигнализируйте мне. Выдох. Ага. Давай еще вдох. Я как раз подойду и включу микрофон. Так, давай. 4. Руками разводим колени в стороны. Еще 3. 2. 1. Раздвинули. Положили локти на бедра и раздвинули в стороны. Пятки у нас примерно где-то под коленями. Можно покачаться. Так, еще 4, 3,
Два. Один. Поставь руки на пол. Стопы параллельно. Кто приобрел уже блоки, подкладываем блоки. Угу. И сбрасываем. Возьми себя за локти и покачайся вправо, покачайся влево. Еще вправо, влево. Угу. Правая, левая и правая. Две галоши пары, да? Хорошо. Остались в центре. Положили ладони на пол или на блоки. Собираем к центру стопы. Так, и вырастаем с круглой спиной. Колени расслаблены. Делаем глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще вдох. Выдох. Ну что, снова наши планочки любимые. Да, любимые. Кстати, на прошлой тренировке-то не было отжиманий. Прошу, между прочим, оценить мою доброту. Угу. То-то же. Но сегодня этот номер не пройдет. Хорошо, с круглой спиной опустились вниз, позвонок за позвонком. Коснулись пола руками. Ушли в планку. Отстроили линии. Ладони под плечами, копчик в пол. Поясницей тянемся в потолок, живот в себя втянули, плечи убрали от ушей. 8. Дыши. Вдох-выдох. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Шагай ладонями к стопам. Ставь пятки, колени согнуты, расслаблены. Вырастаем вверх, позвонок за позвонком. Делаем вдох, выдох, еще один вдох. И выдох. Roll down. Позвонок за позвонком. Опускаемся вниз. Касаемся пола руками. Идем в планочку. Отстраиваем линии. Копчик. Самое главное, копчик. Ягодицы сожми. Убери плечи. И попробуем с вами вставать на локти. Давай, опустись на правый локоть. Опустись на левый. Поднимись на правую ладонь и поднимись на левую ладонь. Давай, с левой руки. Лево. Право. Лево. Право, меняй. Право, лево. Право, лево. Давай с левой. Хорошо. И сделаем всего два раза. Давай с правой. Вернись. И давай с левой. Хорошо. Поставь колени. Таз на пятки. Сбрось. Подыши. Глубокий вдох, глубокий выдох. Давай вспоминаем, как мы дышим. Стараемся ребрами разорвать майку в клочья. Делаем вдох, ребра раскрываем, прям майку сдвигаем с места. Угу. Делаем выдох, пупок прячем под ребра. Еще вдох, надулись. Выдох, сдуваем пупком, воздух выдуваем из себя. Давай еще вдох, выдох. И еще один глубокий вдох и глубокий выдох. Руки у нас остались впереди. Три волны. С круглой спиной мы вырастаем. Позвонок за позвонком. Раскрываемся. Кивок головой. Круглая спина. Таз на пятки. Давай. Вдох. Выдох. Спина круглая. Выдыхай, 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 выдыхай. Так. Вытянулись. Руками оттолкнись от пола. Вдох. Выдох. Кивок головой. Округляем спину. Таз на пятки. Еще один раз. Округлились, выросли, кивок головой и ушли на пятки. Хорошо, садимся. Садимся. Стопы у нас стоят, таз у нас сидит, руки под коленями. Спина прямая. Оттолкнулись назад и подтянули себя к бедрам. Еще назад. Вдох. Тяни себя к бедрам. Выдох. Вдох. Направь плечи вниз. Лопатки к центру поясницы. Напоминаю, что лопатки к центру поясницы мы стягиваем всегда. Всегда. Плечи у нас всегда. Круглая спина. Прямая спина. Плечи у нас всегда тянутся вниз. Давай еще два. Выдох. Еще один. Остались здесь. Отпусти. Отпусти, дыши. Угу. Дыши, глубокий вдох, глубокий выдох. Вдох. И давай пупок к ребрам. Выдох, наверх тянем. Еще вдох, ребра раскрыли. Выдох.
Давай еще 6. Дыши, вдох, выдох. 5. Угу. 4. Красиво сидим. Плечи у нас где? Вниз тянем. Умничка. Давай еще. 3. Вдох, выдох. 2. Угу. Давай, последний сил. Вдох, выдох. Округлились, потянулись. Можно положить ладони на стопы. Округлили спину, расслабили поясницу, расслабили плечи, руки. Расслабили живот, дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Еще 4. 3. 2. 1. Вырастаем. Берем себя под колени. Уходим на вытянутые руки. Руки перед собой. Угу. Нашли правую руку. Рисуй круг. Правой. Рисуй круг. Левой. Угу. Давай еще. Правая. Левая. 4. Угу. 3. 2. 1. Хорошо. А теперь наоборот. Правая у нас идет вниз и к себе. Рисуем круг в другую сторону. Так, давай еще 6. Сейчас закончим уже. Давай 5. Угу. 4. 3. Спина. Вижу. Да. Последний раз. Хорошо. Опустились. Расслабились. Расслабились, подышали. Глубокий вдох, глубокий выдох. 4. 3. 2. 1. Ладони. Спина. Руки. Угу. Хорошо. Подними правую ногу. Подними левую. Опусти. Опусти. Меняй. Левая. Правая. Левая. Правая. Правая. Левая. Правая. Левая. Меняй. Лево. Левая. Угу. Правая. Правая. Хорошо. Давай еще. Угу. Так, чередуешь? Чередуй. Угу. Хорошо. Расслабились, подышали. Глубокий вдох, глубокий выдох. 4. 3. 2. 1. Колени. Спина. Руки. Ноги. Сидим, дышим. Угу. И работаем руками. Руки вверх. Вдох. Вперед. Выдох. Еще вдох, открылись, выдох сбросили. Давай еще 6. Сидеть. Сидеть, спина. 5. Плечи. Угу. Давай 4. У меня тоже все занемело уже просто. Давай 3. Я ж сижу. Выдох. Давай 2 раза. Вдох. Дыши, дыши, дыши изо всех сил. Еще и разговариваю при этом. Ага. Давай вдох. И выдох. Хорошо. Расслабились, подышали. Глубокий вдох, глубокий выдох. Дышим. 4. 3. 2. 1. Вырастаем. Еще. Да. Берем себя под колени. Вытянутые руки перед собой. Подняли ноги. Убрали руки за голову. Угу. Разворачиваемся лицом ко мне. И отворачиваемся от меня. Давай, вдох, выдох. Вдох, выдох. Плечи опусти. Ой. Выдох. Ага. Выдох. Давай, 4. 3. 2. Спину держи. 1. Отлично. Опустили, округлились, подышали. Глубокий вдох и глубокий выдох. Еще 4. 3. 2. 1. Положение квадрат. Разворачиваемся. Поставили колени, поставили ладони. И у нас с вами колени будут вместе. Колени, стопы вместе, ладони под плечами. Мы отталкиваемся с вами руками. Здесь у нас не проваливаемся. Толкнули поясницу к потолку. Копчик направили в пол. Убрали плечи. Угу. Дышим. Стопы у нас стоят. В отличие от меня, да? У которой одна ноздря заложена. Так. Стопы у нас стоят на носках.
Давим коленом на колено и приподнимаем колени наверх. Выдох. Расслабились. Вдох. Выдох наверх. Поставили. Вдох. Угу. Еще подняли. Поставили. Подняли. Поставили. Давай. 4. Угу. 3. Еще 2. Давай, и на последний раз остались наверху. Давишь коленом на колено и дышишь. Глубокий вдох, глубокий выдох. 8. 7. Дыши. 6. Дави. 5. 4. 3. 2. 1. Отлично, поставили колени. Сбросили, дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Подышали. Угу. Еще немножечко. Еще одно упражнение. Вырастаем наверх. Сбросили. Бросили запястья. Так. Хорошо. Ладони у нас под плечами. Колени вместе. Стопы вместе. Угу. Стопы у нас стоят на носках. Поднимаем колени и качаем. Качни колени вправо и влево. Вправо, влево. Угу. Еще. 4. Влево. 3. Влево. Чуть-чуть осталось. 2. Тоже уезжаю. Давай еще 1. И в сторону. Все, опустили колени. Убрали руки. Дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Еще 4. 3. Вспоминаем дыхание. Ребра, живот. 2. 1. Вырастаем. Ложимся на спину. Так. С круглой спиной опустились. Я не размотала свою шишку опять. Так. Ложимся. У нас с вами стопы на ширине таза, ладони вдоль корпуса. И сделайте такое движение, как будто вы расправляете под собой коврик, пол. Прижмите лопатки к полу. Угу. Вспоминаем, у нас пилатес, без часов никуда. Представили себе часы на потолке. Пупок 12, лобковая кость 6. 3. Правая подвздошная ось. 9. Левая подвздошная ось. Так, работаем. 12 в потолок потянули. И лобковую кость направили к потолку, прижали поясницу. Еще 12. Ничего не надо поднимать пока. Просто качаем тазом вперед-назад. Угу. Толкнули вперед. 12 у нас в потолок идет. Толкнули назад. Лобковая кость у нас приподнялась. Угу. Еще 12. И 6. Теперь эти две точки, 12, 6, выравниваем в одну горизонтальную линию. У нас должен быть небольшой прогиб в пояснице. Буквально вот только чтобы ладонь у нас помещалась. Хорошо. 3, 9. 3 справа, 9 слева. Стопой, правая стопа, нашли правую стопу. Стопой толкаем пол вниз, угу, отталкиваемся от пола и приподнимаем правую часть таза, правой подвздошной ось, вот этот выступающий гребень у нас тянется к потолку. Опустите. Левая стопа давит в пол, приподнимаем левую подвздошную ось. У вас нет движения коленями стороны в сторону, у вас колено тянется четко в потолок. Угу. Хорошо, еще левая, опустили, правая. Левая и правая. Две галоши, пары. Почему-то у меня эта песня сегодня звучит в голове. Так, давай еще у нас девяточка. Угу. 3, 9. Также выравниваем в одну плоскость. 6, 12, 3, 9. Вот они у нас на одной горизонтальной плоскости. Угу. Так, хорошо. 12 потянули в потолок. Опускаем, прижимаем поясницу к полу, шестерка выходит наверх. И вот теперь плечевой мост. Тянем шестерку к коленям наверх, 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 позвонок за позвонком, стопами давим на пол. Угу. Делаем вдох наверху. Так, наверху у нас колено, плечо, через подвздошную ось прямая линия. Вдох, выдох, таз держи.
позвонок за позвонком. Сначала уложи все позвонки на пол, все наши бусинки. Потом ты кладешь таз, шестерку, и 12 выравниваешь, расслабляешь ягодицы. Давай еще вдох, выдох, шестерку у нас за коленями вверх, позвонок за позвонком. Хорошо, дальше лопаток мы не выходим, мы не переразгибаемся вот сюда, вот так, что нам дышать сложно и разговаривать, да? У нас лопатки остались на полу. Вдох, выдох, таз держишь наверху, шестерку все еще тянешь коленем и укладываешь позвонок за позвонком на пол. Положили, шестерку самую последнюю кладем. Расслабили ягодицы, расслабили заднюю поверхность бедра, расслабили стопы. Давай еще вдох. Выдох, толкаем таз наверх, шестерку, за шестеркой тянемся, шестерка у нас диагональ, и вытягивает за собой все позвонки по одному. Вдох, выдох, шестерку все еще держишь, позвонки укладываешь, опустились. Давай еще два раза, а я пока покашляю. Так, один раз уже должны были сделать. Давай вдох и наверх. Выдох. Хорошо. Наверху сделали вдох, опустились вниз. Выдох. Сейчас мы будем делать то же самое, но стопы и колени у нас будут стоять вместе. Стопы стоят вместе, колени стоят вместе. И когда мы поднимаемся наверх, нам нужно коленом давить на колено. Угу. Так, расправили покрывало под собой руками. Давай, вдох, дави стопами в пол, прижимай поясницу к полу, за шестеркой тянись наверх, дави коленом на колено. Хорошо. Наверху сделали вдох, опускаем вниз, выдох. Шестерку все еще держишь, укладываешь позвонки. Так, и вот теперь только расслабили ноги. Хорошо, давай еще вдох. Наверх, выдох, позвонок за позвонком, подняли, дави коленом на колено, дави, 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 и стопами в пол. Сколько у нас всего нужно сделать сразу, да? Так, позвонок за позвонком, опускаемся вниз, расслабились. Заработали у нас внутренние поверхности бедра? Пишите в комментариях. Так, звук есть, хорошо. Вдох, давай наверх, выдох. Так, 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 тяни, 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 тяни. Снова у нас прямая линия от колена к плечу через подвздошную ось. Дави колено на колено. Вдох, выдох, таз держишь, укладываешь по одному позвонку. Умничка, молодец, господи, у меня горит все, не знаю, как у вас. Давай вдох, наверх, выдох, позвонок за позвонком. Дальше лопаток, не уходи наверх, вдох. Нижний край лопаток обязательно у нас лежит на полу. Выдох, давишь, 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 давишь. Давай три раза еще сделаем и все. Вдох, иначе все сгорит нафиг. Наверх, дави стопами в пол. Пятка с пяточкой вместе, колени вместе. И вниз, выдох. Ой, господи, у меня еще после вчера все болит. Так, давай еще два раза вдох. Наверх, выдох, дави, 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 во все стороны дави. Вдох, выдох. А кто у нас тут такой хорошенький? Ядовит, да? Привет, Давид. Вот, давайте давим, давим, давим. Делаем вдох, вниз, выдох. И на последний раз нам нужно будет с вами немножко постоять. Наверху можно подтянуть, расслабить. Снова поставили стопы, колени. Расправили покрывало. Делаем вдох. Прогнулись с поясницы. Выдох. Поясницу прижимаем. Шестерку вытягиваем. Шестеркой тянем, вытягиваем позвонки. Наверху простроили линии. Так, я себя не вижу, зеркала нету. Дышим. Давим стопой в стоп, коленом в колено. Стопы вместе. Угу. И еще они у нас давят на пол. Дышим. 8, 7, 6, 5, 4, дави, 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 3, 2, чуть-чуть осталось, 1, ой, у меня аж бедра задрожали, давай вдох, выдох, позвонок за позвонком, опускаемся вниз, подтяни колени к груди, расслабься, подыши, покачайся, глубокий вдох, глубокий выдох, угу. Так. У нас с вами со временем. Хорошо. Переворачиваемся с вами на живот.
Стопы у нас, напоминаю, на ширине таза. Угу. Мы не косолапим. Пятки у нас направлены в потолок, стопа прямая. Колени у нас смотрят в пол, ноги прямые. Лоб лежит на полу, и мы плечи вытолкнули, убрали от ушей. Угу. Руки вдоль корпуса, средний палец у нас и локоть по краям коврика, параллельны друг другу. Что мы делаем? Делаем вдох, и на выдохе голова самолета, она проезжает у нас вперед и в диагональ, позвонок за позвонком. Там мы с вами шестеркой вытягивали, да? Позвонки, а здесь мы макушкой вытягиваем по одному позвонку. И локтями, локти у нас прижаты к полу, локтями как будто стараемся коврик к себе притащить, притянуть. Вдох, позвонок за позвонком, опускаемся вниз, выдох. Давай еще вдох, тяни, выдох, локтями стягивая коврик. Опустились, вдох, расслабились, тянем, выдох. Угу. Еще опустились, вдох, тяни, выдох. Хорошо, давай еще 4 раза сделаем. Вдох, прям локтями стягивай, тяни, тяни, тяни коврик на себя. Хорошо, давай еще 2 раза, вдох, выдох. Отлично, еще 1, вдох, выдох. Умнички, молодцы. Хорошо, ладонь на ладонь, лоб положили на ладони. Будем с вами работать ногами. У нас с вами будут пульсации коленом. 2 пульсации наверху. И вам нужно стопы один раз делать прямо, второй раз стопу на себя. Угу. Опустить. Прямо на себя, опустить. Прямо на себя, опустить. Давай вместе со мной. Угу. Только убери плечи от ушей, пожалуйста. Очень тебя прошу, сделай мне, пожалуйста, подарок. Вытянись. Вытяни шею, сделай длинной. Угу. Хорошо. Давай. Сгибаем правое колено. И делаешь вдох и на 2 выдоха. 2 пульсации. И стопа на себя, от себя. Поехали. Выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох. Еще. Выдох, выдох. Давай 5 раз. Ой, 6. 6. Симметрия у нас. Угу. Давай еще 4. 3. Угу. 2. 1. Хорошо. Отлично. Руки убираем снова вдоль коврика. Средний палец, локоть у нас на полу. Мы теперь будем точно так же поднимать корпус. Слышно меня вообще? Слышно, да? Ну, я в трубу разговариваю и гундосю. Замечательное видео получилось. Супер. Пеши, ес, чо, да? Так. Только мы будем подниматься вместе с руками. Слышно, да? Угу. Так. Поднялись с руками. Опустились вниз. Давай. И локтями ты как будто назад пытаешься продвинуться. Лопатки собираешь к центру поясницы. Угу. Еще вдох. Давай выдох. Давай еще вдох. Выдох. Давай 4 раза. 4. Хорошо. 3. Отлично. 2. Прекрасно. 1. Отлично. Ладонь на ладонь, лоб положили на ладони, сделали мне подарок, плечи убрали. Работаем прямыми ногами, колени не сгибаем. Тянем от себя далеко в диагональ наверх. Опустили вниз, сделали вдох и потянули в диагональ. Выдох. Еще вдох. Потянули, выдох. Хорошо. Давай еще вдох. Выдох, умнички. Давай 5 раз. 5. Так. 4. Угу. 3. Еще 2. 1. Остались наверху. 4. 3. 2. 1. Расслабились. Опустили вниз. Давай наверх. 4. 3. 2. 1. Расслабились. Вдох. Наверх. 4. 3.
два, один. Давай два раза. Вдох, наверх, выдох. Четыре, три, два, один. Последний раз вдох, выдох. Четыре, три, два, один. Умнички. Так, сейчас мы с вами будем объединять и руки, и ноги. Руки у нас вдоль корпуса, средний палец, локоть на полу, лоб у нас на полу, ноги на полу. Мы делаем вдох, на выдохе поднимаем корпус, руки, лопатки, напоминаю, стягиваем к центру поясницы и ноги поднимаем наверх. Давай вдох, наверх, выдох, еще вдох, выдох, угу. Вдох, выдох. Ой, какие молодцы, давай еще, шесть, отлично. Четыре. Ой, пять. Давай, четыре. Чего откуда вылезает, вообще непонятно. Давай, три. Видимо, я мечтаю поскорее закончить. Два. Угу. Давай, на последний раз остались наверху. Остались души. Четыре, три, два, один. Расслабься. Вдох. Снова наверх. Выдох, дыши. Четыре, три, два, один. Давай, три раза, всего три. Вдох, наверх, выдох, дыши. Четыре, три, два, один. Так, сколько осталось? Два, да? Четыре, три, два, один. И последний раз. Вдох, наверх. Четыре, три, два, один. Расслабились. Компенсируемся. Таз на пятки. Нам нужно с вами прогибы поясничные немножко скомпенсировать. Господи, я все больше и больше становлюсь буратиной к вечеру. Давай, дышим, глубокий вдох и глубокий выдох. Еще. Снова вспоминаем наше дыхание. Слышно меня? Слышно, слышно, слышно. Вспоминаем наше дыхание. Ребра в стороны. Угу, это наш вдох. Ребра у нас соединяются, уменьшаются в размере. Угу. И у нас живот идет под ребра. Выдох. Еще вдох. Раскрылись. Выдох. Прям пупок направляй под ребра. Еще давай два раза вдох. Выдох. И еще один. Вдох. И выдох. Отлично. Ну что, к отжиманиям-то мы готовы? Злорадный смех. Положение квадрат. Угу. Шагнули ладонью слегка вперед. Смотрите, кому делать легко. И вот эти ваши отжимания с коленей, это вы в детском саду показываете. Делайте без коленей, пожалуйста. Делайте нормальные отжимания, да? Стопы мы ставим, колени поднимаем. Кому прям тяжело, кто не готов к этому, делаем с коленей. Угу. Вывели ладони слегка вперед, таз толкнули вперед, но мы не провалились вниз. Мы наоборот тянем поясницу в потолок. Проверьте, чтобы ладони у вас были под плечами. И здесь уже у вас живот напряженный, потому что вы живот в себя втянули. Вот прям пупок направили к ребрам, как мы с вами дышали на выдохе, да? И оставили его здесь. Дышим только ребрами. Вдох-выдох. Нет, с людьми. Камере. Я записываю. Я скоро закончу. Угу. Вниз мы делаем вдох на три счета и на выдох выталкиваем себя наверх. Давай. Три, два, один, вдох, толкай себя наверх, выдох. Три, два, один, вдох, наверх, выдох. Не проваливайся животом вниз. Три, два, один. Выдох. Ты пупком как будто пытаешься себя вытолкнуть в потолок. Давай, в 3, 2, 1. Выдох. Давай, 4 раза. Вдох, вдох, вдох. Выдох. Давай. Вдох, вдох, вдох. Выдох. Всего 2 раза. Вдох, вдох, вдох. Выдох. И последний раз. Вдох, вдох, вдох. И выдох. Хорошо, расслабились. Руки можно вперед, можно назад. Подышали, глубокий вдох, глубокий выдох. Расслабьте запястья. И попробуем с вами в обратную сторону делать. Резкий вдох вниз и на три счета выталкиваем себя наверх. То есть вниз у нас идет быстро, а наверх медленно.
Снова, кто делает без коленей, ну, в смысле с поднятыми коленями, тот с поднятыми коленями такой же счет делает у нас. Кто на коленях, тот на коленях. Так, возвращаемся в положение квадрат. Руки шагнули вперед, таз толкнули вперед, пупком вытолкнули себя наверх, копчик направили в пол, ягодицы сжали, живот сильный, плечи тянем вниз. Давай, резкий вдох вниз, три счета вверх. Вдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, глубокий выдох, выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох, выдох. Держись, давай, чуть-чуть осталось. Животом не проваливайся, давай. Вдох, выдох, выдох, выдох. Четыре раза. Вдох, выдох, выдох, выдох. Всего два. Давай, вдох, выдох, выдох, выдох. И последний раз. Вдох, выдох, выдох, выдох. Снова расслабились, подышали. О, Господи, что за мучения такие? Дышим. Глубокий вдох и глубокий выдох. Четыре. Три. Два. Один. Вырастаем. Так. Сколько с вами начали? Еще хотела с вами на спине полежать. Давайте на спину ложись. Ложись, чуть-чуть немножко поделаем. Угу. С круглой спиной уходим назад. Угу. Поставь пока стопы. Снова вспоминаем наше основное дыхание. Ребрами мы майку растягиваем. Вдох. И на выдохе пупок прячем под ребра. Выдох. Угу. Еще вдох. Раскрылись. Выдох. Прям живот спрятали в себя. Вдох. Выдох. Угу. У нас уже с вами заработала прямая мышца живота, которая за кубики отвечает. Одним только дыханием. Давай еще вдох. И пупок в себя. Выдох. Угу. Хорошо. Руки за головой. Ноги. Положение тейбл-топ. Прямой угол колена. Прямой угол бедро. Мы с вами делаем вдох. Ребра раскрываем. Выдох, пупок прячем под ребра. Еще вдох. И вот прям животом. Выдох. Угу. У кого затекает шея в этих упражнениях? Это значит, что вы работаете не животом. Выдох. Угу. Выдох. Хорошо. Давай еще 4. Прям вот следи за дыханием. Угу. Следи за дыханием. Животом себя поднимай наверх. Еще 2. Выдох. Угу. И еще 1. Выдох. Хорошо, умнички. Колени к груди подтянули. Покачались, подышали. Угу. Возвращаемся в положение тейбл-топ. Руки за головой. Что мы делаем? Мы делаем вдох. На выдохе также тянемся к коленям и выпрямляем правую ногу. Колени вместе. Угу. Положили голову. Что мы здесь делаем? Мы не колено подтягиваем к себе, да? А тянемся к колену. Колено оставляем на месте. Давай вдох. Меняй ногу левую. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. 4 раза у нас осталось. 4. Умнички. Давай еще. 3. Так, 2 раза. Угу. И еще 1. Хорошо. Колени к груди. Покачались. Подышали. Угу. Так. И с вами включим косые мышцы. Будем делать в сторону. Так. Чтобы я к вам лицом оказалась, да? Колени, ноги, тейбл-топ. Прямой угол колена, прямой угол бедро, руки за головой. Плечи вниз. Шея длинная, свободная. Дышит спокойно, не напрягается. Так. Угу. Заканчиваем уже. Совсем охрипло. Так. Мы с вами правую ногу вытягиваем. Давайте я к вам лицом буду. Моя будет правая, да? И вы ко мне давайте лицом. Так,
Правую ногу мы вытягиваем и правым плечом тянемся к колену. Угу. Давай, вот сюда. Хорошо. Вернись во вдох. Давай. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Четыре раза осталось. Четыре. Угу. Плечо тянется к колену. Плечо, не колено, к плечу. Угу. Давай, два раза осталось. Два. Молодец. Последний раз. Выдох. И вдох. И теперь я от вас отворачиваюсь. Вы можете отвернуться от меня. Работаем на другую сторону. Поехали. Восемь. Угу. Семь. Молодцы. Давай еще. Шесть. Шея длинная, свободная. Пять. Идти ни плечо, ни локоть. Четыре. Угу. Еще три. Осталось совсем чуть-чуть. Два. Один. Все. Колени к груди. Покачались из стороны в сторону. Расслабились. Подышали. Глубокий вдох, глубокий выдох. Взяли себя под колени. Слегка толкаемся ногами. Поясница прижата к полу. Плечи опускаем вниз. Выдох. Колени к груди. Вдох. Потянулись. Выдох. Еще один вдох. Выдох. Угу. Хорошо. И толкаемся ногами чуть сильнее. Вырастаем наверх. Угу. Сели. Что, где, когда? Ладно. Приемлемо. Стопы ставим. Ладони сзади упираются у нас. Давайте боком буду показывать. Ладони у нас сзади упираются, отвернулись пальцы от нас не внутрь, а наружу. Угу. Так, и мы с вами толкаемся руками, подсаживаемся пяткам. Угу. Что мы делаем? Вдох, открываем всю грудную клетку к потолку и постарались прогнуться. Толкай грудную клетку вверх. Четыре. Три. Два, один. Отсаживаемся назад. Угу. Берем себя под колени. И потянулись лопатками назад, округлились. Угу. Вернись, перехвати руки. И потяни снова назад. Так, отлично. Ноги в крест. Угу. Правую ладонь на линию таза. Наклон в сторону. И грудью мы между руками стараемся протиснуться, руку подальше отвести. Нижней рукой толкайся от пола, округляй ребра. Четыре. Три. Два. Один. Верхней рукой цепляешься за колено. И правую руку большим пальцем вверх отводишь назад. От колена отталкивайся, закручивай себя. Плечи вниз опусти. Четыре. Три. Два. Один. Вернулись. Ладони на колени. И толкнулись назад лопатками. Делаем вдох. Вырастаем. Меняем скрещение ног. Левая ладонь на линию таза. Наклон в сторону. Звук есть? Есть. Хорошо. Как бы стараемся грудью выйти между руками. Нижней ладонью отталкиваемся. Ребра закручиваем. Подбородок свободный. Шея длинная. Четыре. Три. Два. Один. Верхней рукой цепляйся за колено. Противоположное. Левая рука. Большим пальцем вверх. Толкайся правой рукой от колена и закручивай себя назад. Плечи вниз опусти, грудью тянись вперед. Четыре. Три. Два. Один. Положили ладони на колени. И потянулись лопатками назад. Делай вдох. Раскручиваемся наверх. Опора. Опора на колено. Вырастаем позвонок за позвонком. Угу. Делаем глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще вдох. Выдох. Намасте. С круглой спиной опускаемся вниз. Позвонок за позвонком. Взялись за локти. Покачались из стороны в стороны. Поподметали. А нет, волосы еще не касаются пола. Угу. Хорошо. Так. Ну, аккуратненько. Покачались из стороны в сторону, подышали. С круглой спиной вырастаем вверх, позвонок за позвонком.
Глубокий вдох, глубокий выдох. Еще вдох, выдох. И делаем глубокий вдох, выдох. Намасте, ладонь на ладонь, грудью тянемся к ладоням, плечи вниз, лопатки к центру поясницы, шестерку на себя. Угу. Колени расслабили. Похлопали себе. Кто молодец? Мы молодец. Вы молодец. Я молодец. Все молодец. До скорой встречи. Всем пока-пока.